Десятки вылетов и сотни целей ежедневно у российских летчиков, которые в Сирии продолжают поддерживать наземное наступление правительственных войск на позиции террористов. Режим работы нашей авиации максимально плотный, чтобы поддержать пилотов, инженеров и всех, кто на земле обеспечивает воздушную операцию. В Арабскую республику снова приехали артисты из России. На авиабазе Хмеймим выступили Вика Цыганова и Денис Майданов. Приехали в Сирию и артисты академического ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова. На протяжении всего концерта с летного поля слышался рокот турбин. Операция продолжается. Thank you.